Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эцио. Могу я испытать их? Да, но... Давай, скажи ему! Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего. Времени у меня достаточно. Салва, мессере. Мы хотим починить эти орудия, и нам нужна ваша помощь. Оставь меня в покое. До полудня я ничего чинить не буду. А вы знаете, который сейчас час? Я делаю пушки, а не часы. Ну, раз вы заняты, их починит кто-нибудь другой. Уно моменто. Я никому не позволю трогать мои пушки. У солдат нет никакого уважения к артиллерии. Им кажется, что пушки волшебны, что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Представьте себе, пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы! Из-за вас нас всех могли убить! Дайте взглянуть. Его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. Наведи орудие, чтобы проверить прицел. Прицел в порядке. Значит, проблема в том, кто стреляет. Еще. Хоть кто-то из вас умеет стрелять. Теперь займемся второй. Мне пора. Спасибо за помощь. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Все равно это вам не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку. Бонжорно. Эцио, Марио убьет меня. Я упустил его любимую лошадь. Не волнуйся, я приведу ее. Благословит тебя Бог. Держи. Спасибо, Эцио. Я уже слишком стар, чтобы бегать за лошадьми. Береги себя. Не бросайся. В
каждую битву, как твой дядя Марио. Свою битву я уже выиграл. Это отличная новость. Аривидерчи, Эцио. Мисс. Помочь тебе? Сальве. Сколько цветов? Похоже, твоему мужу сильно повезло. Это мне повезло, а не ему. Ты мне поможешь? Давай посмотрим, что можно сделать. Наверное, я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клаудио де Торре? Поможешь мне, возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Ты бы мог поспорить даже с самим Эцио Аудиторе. О, а что ты знаешь об Эцио? Клаудия его обожает. Но он редко заходит к ней. Говорят, они не очень близки. Верно, я редко навещал ее. Нет. Ты? Но ведь это было задумано как сюрприз. Обещай, что не скажешь Клаудии. А что я получу за свое молчание? У меня есть несколько идей на этот счет. Обсудим это, когда доберемся до виллы. Теперь поговорим о плате за молчание. Я кое-что придумала. Но есть одно условие. Назови его. Ты должен подождать до завтра. Ради тебя я готов на все. Ты не пожалеешь, Эцио. Поверь мне. Здравствуй, Эцио. Катерина. Рад встрече. Что привело тебя сюда? Я хочу заключить союз. Армии папы снова двинулись на Форли. Твои наемники мне бы очень пригодились. Возможно, я смогу помочь тебе. Обсудим это позже. Мама. Макиавелли. Дело сделано. Хотя все закончилось не так, как мы думали. Я вошел в Ватикан и сразился с Родриго. Он использовал папский посох, но я одолел его. С помощью посоха и яблока я попал в сокровищницу. Там со мной заговорила богиня Минерва. Она рассказала, что в будущем человечество ждут страшные беды. Но спасти людей помогут заброшенные храмы. Затем она обратилась к какому-то призраку, Дезмонду, словно он был там. Стоял рядом. Потом она исчезла. Удивительно. Чудеса, да и только. В сокровищнице не было того ужасного оружия. Отличные новости. А эта богиня, Минерва, она похожа на человека? Да, но ее слова доказывали иное. Ее родичи умерли годы назад. Видели бы вы чудеса, которые она творила. Кто такой Дезмонд? И где эти заброшенные храмы? Я не знаю. Нам нужно найти их. Расскажи мне про Борджиа. Родриго молил о пощаде? Оправдывался? Предлагал тебе власть? Нет. Ничего подобного. Любопытно. Не думал, что он останется таким хладнокровным? Я пощадил его. Испанец жив? Когда наши враги будут мертвы, тогда и поговорим о сокровищницах и древних богах. Надо было убить его. Мы еще хлебнем горе из-за него. Нет смысла спорить о прошлом. Мы должны подумать о будущем. Нет. Я немедленно отправляюсь в Рим. Эцио, уверен, у тебя были причины пощадить Родриго. Макиавелли поймет.
Вот ты и дома. Ну что, еще разок? Ты еще спрашиваешь? У человека всегда должна быть свобода выбора. Что это? Наверное, просто учение. Мерда. Нужно найти Марио и собрать войска. Мои люди во дворе. Я проведу их сзади и обойду врагов с фланга. Спрячься где-нибудь.